каждый человек должен так участвовать на выборе, не только участвовать, но и стараться сделать тот выбор, который ему близок. Это важно, да. Правильно выбор делает каждый сам. То есть как он это сделает? Так у каждого свое видение на этот счет. Познакомиться с претендентами, ихнюю программу почитать, да, что они предлагают. И уже что ему близко, то и выбирать. То есть на выбор идти, конечно, надо.